питомнике К9 пополнение. Местные жители привезли туда осиротевшего медвежонка. Матери поблизости не было, а без нее косолапая могла погибнуть. В приюте малышку нарекли Машей и вкусно накормили. Особенно ей понравились яблоки. Под присмотром людей она пробудет до следующей осени, а после отправится в тайгу. К слову, в питомнике сейчас содержится 9 медведей разного возраста. Часть из них скоро выпустят на волю.